произошло срезание 8-мерного эффекта, произошло срезание 7-мерного эффекта. Они срезаются, потому что их удаление из модели не ведет к значимому ухудшению качества. Ну вот, например, в Step Summary первый, собственно говоря, шаг состоит в том, что удаляется 8-мерный эффект. И мы видим, что после удаления ухудшение качества модели совсем чуть-чуть происходит. То есть разница между модельными данными и эмпирическими данными, выраженные в единицах и квадратах, как я их называю, очень мала. Significance единица, незначимое ухудшение. И то же самое происходит с 7-мерными эффектами. Посмотрим на Generating класс. Он достаточно как бы необъемный. Переносим в Word. Через автозамену я заменяю запятые с пробелами на абзацы, на значок абзаца, чтобы мои эффекты разошлись каждый по своей строке. Получил я 13 эффектов, но это не совсем еще те эффекты, которые должны попасть в General Log-Linear. Точнее, они сами попадут, но еще должны будут попасть все более маломерные эффекты, которые входят в состав этих многомерных эффектов. Ну, например, вот возьмем последний. Здесь 4-мерный эффект. Значит, сюда должны будут еще войти. Как бы от него тянутся вниз, к основанию пирамидки. Вот это переменная на эту, это 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 на эту. 2-мерный эффект. 3-мерные все должны будут тоже войти. Это достаточно трудоемкая процедура. Чтобы ее упростить, я сделал специальный шаблон, который, опять же, доступен на моем сайте. Реализован он в Excel. Скачиваете его. Выглядит он таким образом. Есть лист для ввода эффектов. Изначально здесь пусто. Сюда вставляете строчки из Word. Причем, воспользовавшись опцией «Текст по столбцам», выставив вот такую опцию, чтобы разделителем выступала как раз звездочка, вы получаете автоматическое разделение ваших строк на несколько ячеек, ну, соответствующих числом эффектов, которые входят в ту или иную строчку. Дальше копируете, именно копируете, и вставляете в серую область. Обязательно, чтобы левый верхний угол был заполнен. И дальше вы получаете, переходите на лист «Вывод» и получаете в вот этой серой области